Экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елке» завершится 15 февраля. С начала акции в пункты приема поступило порядка 60 тысяч новогодних деревьев. Весь объем собранных елей напрямую отправляется на вторичную переработку, из них делают щепу для самых разных целей. Всего в Московской области открыто более 230 специальных брендированных пунктов приема елок. Кроме того, их можно привезти на площадке «Мегабак».